Всем привет! Новая модель очков Tuzera Blade. По конструкции внешне очень напоминает топовую модель от 100% под названием Armega. Но это хорошая модель и достойна копирования. На новой модели появились аутриггеры боковые, куда крепится сама резинка, за счет которых очки глубже садятся в шлем. А на новой модели также линза стала потолще, с напылением антифог, чтобы это дело не запотевало, и с защитой от царапин. Поролон здесь трехслойный и активная хорошая вентиляция, то есть все прям продувается очень хорошо, сеточка, пеночка, все дышит. Важное и достаточно удобное обновление – это система быстрого съема и замены линзы. Здесь, опять же, она реализована, как и на 100% Armega. По бокам два флажка с одной и с другой стороны, вот так вот выстегивается, и сама линза просто вынимается из маски. То есть так вот, раз, два и три. Ну, обратно все в обратном порядке, то есть вставляете линзу в пазы и по бокам защелкиваете вот эти флажочки на свои места. Вот эти самые флажки, вот здесь вот сбоку, так вот они застегиваются. Как и на Armega, здесь есть съемная защита носа. Достаточно широкий ремешок с силиконовым напылением с внутренней стороны, для того, чтобы он у нас не сползал с самого шлема. Также к этим маскам отдельно продаются линзы, есть одинарные и есть двойные. Есть зеркальные, прозрачные и так далее, так далее, так далее. Ну и хорошая новость. Tuzera стоит ощутимо дешевле, чем Armega. Цена на сегодня 5990 рублей. Выпускаются они в разных расцветках. Актуальные можем посмотреть, как всегда, перейдя по ссылке в описании. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.